Волгоград, Астрахань, Владикавказ, Калуга, Ставрополь. Команда из этих городов принимает участие в межрегиональном конкурсе по классическому парашютизму. Соревнования стартовали сегодня на аэродроме в Средней Ахтубе. За прыжками с высоты 2000 метров наблюдала наша съемочная группа. Репортаж Людмила Кухаревой. Классический парашютизм – это двоеборье. Оно включает в себя два упражнения – точность приземления и комплекс акробатических фигур, выполненных в свободном падении. Организаторы соревнований, которые открылись в Средней Ахтубе, не стали придумывать ничего нового и выбрали традиционную схему. Будет каждая команда прыгать по три точности и по две тридцатки. Это комплекс фигур с высоты 2000 метров. 30 секунд будет падать свободного падения, и в свободном падении выполнять 6 фигур. На соревнования по классическому парашютизму приехали спортсмены 7 городов России. Всего около 30 участников. Как водятся, первые прыжки за опытными парашютистами. Они делают своеобразную пристрелку к погоде и к условиям местности. Парашютист должен быть готов ко всему. И чем чем меньше вот этой вот идеальности, наверное, тем более подготовленный парашютист. В сборной Волгограда и Волжского есть и мастера международного класса, на счету которых по 9000 прыжков. Поэтому наша команда рассчитывает только на победу. Этот год складывается для спортсменов очень удачно. Они уже два раза поднимались на пьедестал почета всероссийских турниров. Парашютный вид спорта – очень редкий вид спорта, очень сложный вид спорта, очень опасный, экстремальный вид спорта. И вот в редких регионах он сохранился. Многие регионы уже закрыли своих клубов. Волгоградская область – единственный, наверное, регион, который вот вокруг нас радиус 500 километров содержит такой клуб. И мало того, что содержит, значит, проводят межрегиональные всякие конкурсы. Большинство из волгоградских спортсменов – воспитанники военно-патриотических клубов. Они проходят курс специальной подготовки в областном полевом лагере «Парашютист-спасатель». Он развернул свою работу параллельно с межрегиональными соревнованиями по парашютному спорту. Людмила Кухарева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба» из Среднеахтубинского района.